Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях громадський та політичний діяч, академік, перший віце-президент Академії економічних наук України Анатолій Пешко. Вітаю вас. Да, добрий день. І перше питання, яке, думаю, дуже хвилює громадян України, це яким чином все ж таки карантин вплинув на економіку України? Я думаю, все понимают, уже видят сами, ощущают на себе, да, что негативное воздействие вот этих вот деяний президента и правительства, которые, знаете, это та самая ситуация, когда на Украине славяне говорили, что заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Да? Так вот, именно это я хочу сказать о нашем правительстве и президенте. То есть, когда человек не понимает, чем он занимается вообще, да, а когда он не понимает, чем он управляет, это не 95-й квартал, это страна, это целый огромный хозяйственный механизм и социальный механизм. И здесь такие, знаете, эксперименты, или, как они пишут еще на футболках, «маю право на помылку», так, вы знаете, вот тут как раз помылка обходится всей стране в тысячи утраченных рабочих мест, десятки тысяч, даже миллионы, потому что не секрет, что количество безработных в Украине выросло до 3,5 миллионов, это по данным официальным правительства, а по неофициальным данным даже до 4 миллионов. Представьте себе, да? И именно за время карантина количество безработных увеличилось уже где-то на 500 000 только. Понимаете, да? Угу. То есть вот, это все результат таких вот экспериментов, результат этих, как бы для них ошибка, а для него вот это человеческие жизни. Да, это человеческие жизни тех людей, которые кончают жить самоубийством, которые из-за того, что они не могут содержать свои семьи. Это люди, которые умирают от инфаркта, миокарда, инсульта, потому что они тоже не в состоянии содержать свои семьи, и себя самого прокормить. Из-за чего это происходит? Это происходит из-за этих ошибок. На первый взгляд, они считают, что это мелочи, и они пугают народ пандемией COVID-19, от которой я показал у себя на Фейсбуке статистику экспертей в Украине за первые вот эти кварталы от начала года. Так вот, я хочу вам сказать, что от начала года у нас умерло больше всего, где-то порядка 50% людей, а это где-то порядка 350 тысяч людей умерло от инфаркта миокарда, инсульта. Угу. От онкозаболеваний где-то порядка 230 тысяч людей. И затем идут различные такие легочные, желудочно-кишечные заболевания. А вот и грипп, обычный грипп, а вот этот так называемый вирус COVID-19 стоит на предпоследнем месте из почти 20 нозологических наименований. То есть из почти 20 различных заболеваний COVID-19 стоит на предпоследнем месте. Скажите, с чем мы боремся? И, если следовать логике вот этих вот недоумков, извините за грубость, да, которые заявляют, там премьер-министр заявляет, что карантин будет длиться порядка где-то больше года, а может и более того. Это связано с тем, что пока мы не найдем препарата для лечения вируса, мы будем типа сохранять карантин. Простите, у нас с начала года заразилось СПИДом 100 тысяч человек, а вирусом COVID-19 20 тысяч человек. При этом от вируса СПИДа умерло где-то порядка 3000 человек, даже больше. От COVID-19 умерло 400 с чем-то человек, 450 человек. Разве можно сравнить одну инфекцию и другую?
И то, и другое, им фиксировано заболевание. Одно передается половым путем, другое воздушно-цапельным. Но никак не фекально-оральным. То есть, посмотрите, насколько власть недалекая, что она не понимает, да, каким нормально, реально путем передается этот вирус. Она заставила людей всех носить перчатки. Заставила их в масках ходить на улицу. Но это же абсурд полнейший. То есть это свидетельствует о том, что ни Зеленский, ни правительство, ни парламент, ни даже те их советники, которые их консультируют, они совершенно не владеют знаниями в области медицины, в том числе. Потому что для таких вирусных заболеваний совершенно бесполезны ношение перчаток. Бесполезно абсолютно. Для вирусных заболеваний, да, маска, она имеет определенную защитную функцию. Но, опять же, она имеет эту функцию защитную только в помещениях, где много есть людей. И есть вероятность близкого контакта. То есть вирус летит, вот скажем, при чихании, где-то или сейчас, он летит на расстоянии где-то до 5 метров. При дыхании он распространяется на расстоянии до 3 метров. Ну, это 2 метра где-то до 3, в зависимости от того, какой человек. Большое легкие, мощное дыхание, значит, дыхательный поток воздуха будет на большее расстояние. Если это ребенок, то у него на меньшее расстояние. Понимаете, да? Вот, соответственно, сделайте для себя выводы. Более того, вот эти все санитарные обработки троллейбусов, улиц и так далее, это, если с точки зрения борьбы с вирусом, это полнейший абсурд. Я не против того, чтобы они делали санитарную обработку транспорта, помещений и так далее. Вообще это надо делать. Это надо делать, но только не для предупреждения вируса COVID-19. Это надо делать для предупреждения других тяжелых инфекций, реально тяжелых инфекций. Реальные инфекции, которые относятся к категории особо опасных. И такими инфекциями являются вот, те, что у нас в Украине уже есть. Эта инфекция, прежде всего, это дифтерия, это самая опасная, я считаю, на сегодняшний день инфекция, которая передается тоже воздушно-тяпельным путем, но она вызывает, у нее смертность 80%, если не лечить, или с опозданием начать лечить. Вдумайтесь, 80% заболевших даже сегодня, при наличии всех самых современных методов лечения, смертность 80%. Вот это опасно, потому что 80% смертность. И даже если лечить дифтерию, то даже у пациентов лечённых все равно 20% смертность. Это, вот это и есть особо опасные инфекции. И к таким относятся в том числе сибирская язва, например, туберкулез, там, скажем, малярия, там, дифтерия, я уже говорил, лептоспироз, который начал распространяться, тулеремия и так далее, бруцеллез, губчатый энцефалит. Вот это опасные вещи, вот это опасные заболевания, с которыми надо бороться и профилактику которых надо делать. Вот для этого и надо, чтобы была создана санитарно-гигиеническая и противоэпидемиологическая служба. Точнее, она должна была быть сохранена в свое время. Но были же такие реформаторы, вы вспомните, Порошенко, Супрун. Была такая у нас еще Оля Богомолец, моя сотворчница, да, которая тоже тогда выступала за телемедицину. Что-то вообще не слышно телемедицины. Правда, да? Она же выступала, кстати, тоже за реформу. Она поддерживала в начале реформу Супрун. Это же она, прежде всего, предлагала сделать страховую медицину. Я ей объяснял тогда, что Оля, ну, ты понимаешь, что ты предлагаешь вообще? Ты понимаешь, что какая может быть страховая медицина в нищей стране? И какая может быть страховая медицина в стране, где полно туристов и проходимцев? Для убранных будет медицина. Да, посмотрите, сколько банков у нас, 107 банков было обанкрочено за прошлый год. А посчитайте, сколько страховых компаний обанкрочилось. Так вы хотите, чтобы наши пенсионеры и все люди сдали все свои накопления за жизнь в эти страховые фонды, а потом он в конце, как только соберет значительную сумму денег, он искусственно себя обанкротит, деньги выведет в офшоры и
до свидания. И все наши люди, и дедушки, и бабушки, остаются вообще без средств существования. Понимаете, да? То есть никто об этом не думает. А инфляция? А когда доллар был по 8, а вдруг стал по 30? А кто вот эти сбережения этих людей, все эти страховые платежи, хто їх буде індексувати? А от інше тоді питання. А от з 2005 року, коли прийшов до влади Ющенко, президент Ющенко, тоді підписали договір так званий між Україною та Сполученими Штатами щодо фінансування Пентагоном та структурами Сполучених Штатів Америки біолабораторій на території України. І фактично, начебто, це така от програма, міжнародна програма, що не тільки в Україні працює, а в інших країнах. Але все ж таки в нас дуже цікаво ліквідували санепідемстанцію. Там, де у складі цієї санепідемстанції були структури, лабораторії. Да. Але щоб не фінансувати, я так розумію, свої лабораторії, на їх місці їх фактично знищили. І ми ж зараз бачимо, що за американські кошти побудували інші біолабораторії, які саме досліджують мутації та саме оці дуже... негарні хвороби, які в нас в Україні, на жаль, є. Да. Як ви можете прокоментувати? І чи от навіщо, в принципі, от, якісь закордонні люди вкладають кошти, будують біолабораторії? Який в цьому сенс? Дмитрий, ви правильно сказали, але, к сожалению, нашим людям все це преподносить извращенно. На самом деле, цель цих лабораторій – по моей информации и по моему, опять же, таки глубокому убеждению, как специалиста в области медицины в том числе, цель этих лабораторий вовсе не поиски, скажем, новых методов лечения особо опасных инфекций. Именно в этих лабораториях исследуются особо опасные инфекции. Это первое, что настораживает, да? Второе, обратите внимание, вы правильно заметили, что одновременно с уничтожением санитарно-эпидемиологической службы были созданы эти иностранные лаборатории. Почему так произошло? Вы думаете, это совпадение? Нет, это все взаимосвязанные вещи. Просто по долгу службы санитарно-эпидемиологическое управление обязано было проверять все лаборатории, в том числе и эти американские. Так вот, для того, чтобы эти лаборатории работали бесконтрольно, это одна из причин, для чего были уничтожена наша санитарно-эпидемиологическая служба. Это одна из основных причин, чтобы вы это понимали. И вторая причина, это, конечно, пусть там говорят какие-то заговоры и прочее, и это. Нет, это не заговоры и не наговоры. Это реальная цель, которую ставят перед собой люди, управляющие Соединенными Штатами Америки. Я повторяю, это не сами американцы. Простые американцы, они такие же простые и несчастные люди, как мы с вами, поверьте. То, что они там считаются более богатыми, поверьте, это богатство очень относительно. У них все богатство построено на кредитах. Вы же не, они же не рассказывают о том, что у них одни только студенты задолжали за обучение в своих вузах больше $1 триллиона. Представьте себе, да? Вот это богатство. У них практически 40% населения живет в кредитах и до конца своей жизни не может рассчитаться с этими кредитами. Имея как будто бы какое-то жилье, какую-то машину и так далее. 40% населения практически вот Обама Кер, то есть та система здравоохранения, которую пытался вести Обама для беднейших слоев населения. А в Америке, це зовсім окрема, да, тема, але ще повернутися 40% населення. Это до все, наших біолабораторій, да, була так попытка, званих. Да, американцы улучшить свою систему здравоохранения. На самом деле, я почему об этом говорю? Это я не случайно сказал, потому что нас постоянно сравнивают. И говорят, смотрите, вот в Америке такая медицина классная. И страховая медицина, и так далее. Поверьте мне, в Америке 30% населения не имеют в сегодняшний день вообще никакой ни медицинской страховки, никаких гарантий защиты и здоровья. Никаких. В Турции 40% населения не имеет никаких гарантий вообще.
То есть заболел, убирай, пожалуйста, денег нету, никто за тобой заниматься вообще не будет. Угу. Так что, мы хотим это построить? Ми так хотим жити, да? А якщо повернутися і нам це все нав'язується. Яка мета цих лабораторій? Мета цих лабораторій однозначна. В них розробляються, я уверен, різні види бактеріологічного оружия. І вірусологічного оружия. Тобто, це біологічне оружие, яке може уничтожити людей. А опять же, ви скажете, що я вспомнив Білла Гейтса, да? Вроде бы это бизнесмен и меценат. Но этот меценат разрабатывает по официальной версии, значит, методы стерилизации людей, я тебе бы под предлогом регулирования рождаемости в странах с большой рождаемостью. А вот я хочу ему и американскому правительству задать один простой вопрос. Скажите, а кто вас попросил о том, чтобы создавали такие методы стерилизации людей, чтобы у них не было потом детей и потомства. И вы понимаете, что на самом деле эти методы, они же могут быть использованы просто как биологическое оружие для уничтожения целых народов. И вы, конечно, понимаете, что то, что нам предлагают всеобщую вакцинацию от вируса COVID-19, или завтра будет COVID-21, или 25, поверьте мне, это все, ну, чистый фейк, это чистый обман для людей. Поверьте, от вируса вакцину создать невозможно, ибо вирус постоянно мутирует, его антигенная структура постоянно меняется, соответственно, выработать на него одни антитела выработаешь, через месяц уже будут там совершенно другие антигены, и эти антитела будут неэффективны. Угу. Поэтому лечение вируса может быть по другой схеме. Это создание не вакцин, не антител создание, а создание препаратов, которые активируют собственный иммунитет человека до такой степени, когда он в состоянии уничтожить любой вирус. Когда он в состоянии уничтожить любую опухолевую ткань, злокачественную ткань в организме. Вот это путь решения проблемы. Или же это молекулярно-генетический путь, когда можно генетически исправлять нарушенную структуру генов человеческого организма. Вот есть два варианта, понимаете? Да? Но не вакцина. Вакцина – это утопия для лечения вируса и отказа заболевания. А если перейти на другую тему, мы видели, как ввели карантин, и всем заборонили выходить из домівок, не только за їжею та в аптеку, и під цю дуже гарну ситуацію швидко-швидко вночі фактично проголосували за відкриття фактично так званого ринку землі. Чи випадково це? І яким чином, в принципі, нам зараз землю цю повернути в державну власність фактично? Дивіться, Дмитрі, ви, звісно, умний чоловік, ви задаєте в одному питанні одразу два. Знаєте, да? Перше. Скажите, каким образом нас так одурачили? А второе, вы скажете, каким образом им удалось принять закон о рынке земли, так называемом? Но давайте будем говорить открыто, как это есть, называется на простом человеческом языке. Нас заставили принять закон о продаже нашей земли оптом и иностранным транснациональным компаниям. Вот то, что произошло в Украине, это ровным счетом произошло именно то, что я повторяю. Это продажа оптом всей украинской земли иностранным транснациональным компаниям, а через эти компании финансовым олигархам мира, которые управляют этим миром всем. В основном эти люди находятся в Соединенных Штатах Америки. Будем говорить о Тарине, как она есть. Хотя часть из них живет в Европе, и не только в Европе, скажем так. Поэтому это один из моментов. Да? Я хочу сказать, что я по этому вопросу подал даже нашему генеральному прокурору и наше ДБР славное, подал заявление о возбуждении третьего уголовного дела против президента и против 259 депутатов, которые проголосовали за этот антиконституционный закон, который нарушает все права и
наши как граждан Украины и нарушает основной закон Украины, Конституцию. И это не что иное, как статья 111 «Предательство национальных интересов». То есть, по сути дела, это государственная измена, которая теряется самым сужающим образом. Так вот, то, что совершили депутаты и президент, это государственная измена. И по-другому это не называется. И не квалифицируется уголовным кодексом Украины. Это я для справки так говорю. А теперь насчет одурачивания людей в отношении этого карантина от вируса COVID-19. Я хочу всем гражданам Украины объяснить, что поймите, мы, вот человечество и Украина в том числе, ежегодно болеем эпидемией гриппа. Ежегодно. Так, в связи с глобализацией, в связи с более тесным общением людей сегодня, чем когда-либо, в связи с открытием границ, естественно, в страну постоянно попадают различные вирусы, различные штаммы гриппа, да, которые, я вам повторяю, те же самые слова, что я говорил, они постоянно мутируют, и из-за того, что их генетическая структура меняется, через год один и тот же практический вирус может уже иметь совершенно другую структуру и, возвращаясь на, так сказать, прежнее место, вызывает уже опять заболевание, которое, ну, называется там вирус MERS, вирус SARS, вирус SARS-CoV-19 и так далее. Но это все условные названия. На самом деле это все равно все вирусные такие инфекции, вызывающие бронхолегочные осложнения, да. Конечно, я повторяю, да, любое заболевание, любой вирус, он, конечно, не безвреден, и здоровье не добавляет организм. Но надо же соизмерять степень опасности этого заболевания. И последствия, которые будут, если будут вводиться такие беспрецедентные, неадекватные карантинные меры, как были приведены нашим президентом, правительством и парламентом. Мне стыдно смотреть на этих, назовем так, неухов, которые сидят в парламенте в перчатках и в масках, понимаете? Ну, маски, ладно, я бы еще просил бы им, понимаете, да? Но перчатки, ну, честно я вам скажу, сказать так, что, ребята, если у вас нет медицинского образования, пойдите хоть к умному одному, и умных врачей тоже не так много, поверьте. Я работал преподавателем до 92 года Киевского мединститута, кандидат в медицинских наук. Я видел, что среди студентов 5% это действительно люди, которые учились на отлично, 20% это те, которые учились на 4-5, и остальные 75% это которые учились на 3-4. А вот знаете, да, и было 20%, которые учились вообще на 2. А якщо подивитись на народних депутатів, вони вже встигли навіть прийняти закон про так званий банківський закон там, чи антиколомойський закон. Хоча що в ньому антиколомойського, це Діма, я би хотіла, якщо можна, все-таки доповнити. От я не дорозказав ситуацію з цим карантином, да? Так от я хочу що об'яснити. Ви правильно заметили, це просто повний ідіотизм, коли люди в масках ходять по вулиці. В парках, когда не пускали нас в парки, в лес. Вы помните, я еще тогда выступал, и можно поднять мои все видео, так сказать, конференции или мои интервью и посмотреть. Я тогда еще в самом начале выступил, первый, повторяю, из всех. Взял на себя ответственность и сказал, ребята, нельзя этого делать. Это грубейшее нарушение прав человека и, более того, это грубейшее вмешательство в состояние здоровья людей. Потому что люди, наоборот, должны выходить на свежий воздух. Должны проветривать помещение, первое, да, делать влажную уборку. Но это вообще требование для здорового образа жизни. Это не только для лечения профилактики гриппа или любых других заболеваний. Если мы хотим вообще быть здоровой нацией, мы вообще обязаны это делать каждый день. Это нормальное поведение. Просто люди до такой степени убиты нынешней жизнью, они забыли о том, что профилактика болезней и вот именно правильные санитарно-гигиенические условия жизни людей, они являются главным предупреждением развития у людей не только вирусных заболеваний, а вообще всех заболеваний,
том числе сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных и желудочно-кишечных, от которых в основном-то люди и умирают, к сожалению. Ваши рекомендации так вот, я хочу дополнить. Что поймите, для того, чтобы люди были здоровы, и для того, чтобы во время того же гриппа они не заразились. Даже имея контакт с больным, поверьте, можно не заразиться. Если ваша иммунная система достаточно эффективно работает, вы же смотрите, они же сами признают, все по миру специалисты, что у 80-90% людей этот вирус протекает бессимптомно вообще. То есть вообще никаких... признаю, даже нас только нет. Поняли, просто, да? Можливо, это мы почему? Уже перехворили это, не, это потому, что у них есть иммунная система хорошая. А вот иммунная система хорошая вырабатывается, если человек регулярно гуляет на свежем воздухе, повторяю, регулярно. То есть каждый день человек должен проходить от 5 до 10 километров пешком. И желательно в парке или в лесу, по свежему воздуху. Почему я тогда и сейчас говорю, что люди должны ежедневно гулять на свежем воздухе именно в парках и в лесополосах, в лесах и так далее. Потому что именно в парке воздух наиболее очищенный. Там больше всего кислорода, озона и так далее. Это первое. Второе. В тех парках, где много хвойных деревьев, и вообще хвойной растительности, имеется в виду и можжевельник, и, скажем, там сосна, и ель, и там пихта. Это все, значит, такие леса, где и это парки, где очень полезно пребывать. Особенно, если идет эпидемия гриппа, вируса какого-то, ну, вот, скажем, COVID-19 и так далее. Почему? Потому что все вот эти растения выделяют в воздух специальные такие растительные антибиотики, я бы сказал. Фитонциды они называются. И параллельно выделяют различные эфирные масла. И вот эти эфирные масла, они защищают организм человека от заболеваний различными легочно-сердечными и вирусными заболеваниями. Они, кстати, очень полезны для людей, болеющих бронхиальной астмой, для людей, болеющих легочно-сердечной недостаточностью. И так далее. Понимаете, да? И плюс к этому, я хочу одну еще ремарочку. Плюс к этому преступление было то, что запретили детей выгуливать в парках и, значит, на свежем воздухе, значит, и под солнцем и так далее. И для взрослых это страшно, а для детей это вообще катастрофа. Почему? У детей на солнце вообще вырабатываются многие витамины роста. Это витамин D, А, Е и другие витамины, и многочисленные гормоны, которые не все до сих пор изучены на сегодняшний день, поверьте мне. Это есть гормоны, которые стимулируют как раз иммунную систему. Об этом никто даже не говорит. Потому что мало кто это знает. Врачей это готовят по системе общеобразовательной. Да, там специальные знания в своем иммунологии такие особо не даются. Это надо специально этим заниматься, чтобы это знать. Але все ж таки, якщо щоб встигнути обговорити ще декілька тем в нашій програмі, от щодо все ж таки наслідків для України, які наслідки будуть з прийняттям цього так званого антибанківського чи банківського законодавства, яке фактично зараз ось буде вже вступати в дію, в законну силу? Знаєте, я б його не назвав би антиколомойського, як його назвали, да? Ви правильно сказали, це антибанківський закон, да? То я... Надо уточнить, это антиукраинский, антибанковский закон. То есть это закон, направленный против украинских банков. Это закон, который в конечном итоге, я не буду расшифровывать почему, потому что наши люди все равно они, скажем так, не владеют все глубинными знаниями в сфере финансов и банковской деятельности. Я лишь могу сказать одно. Цель этого закона – вытеснение с рынка финансового украинских банков и замены их на иностранные банки. А зачем это делается? Я думаю, нетрудно догадаться, что на фоне принятия закона о свободной продаже земли, который как бы предполагает продажу земли только украинским фермерам, да? Но при этом не исключает разрешение дано банкам выдавать суды под залог этой земли. Вот для этого и заводятся сюда иностранные банки.
Потому что через эти банки будет украдена вся украинская земля. Поверьте мне. А механизмов для того, чтобы украсть эту землю, так много, что я даже не берусь их вам все описывать. Даже, поверьте, юристы многие не рассказывают вам об этих схемах, потому что это схемы не только юридические, но они еще и экономические. Понимаете, да? И то есть экономисты, хорошие прагматики люди, да, имеющие опыт, они это знают и понимают. И вот я вам, как и специалист в сфере сельского хозяйства, и как экономист, я вам могу четко сказать, что вот именно механизм очень простой, элементарный. Самый простой механизм – это резкое повышение стоимости земли, оценочной стоимости земли, минимальной стоимости, да? То есть так, переоценки всегда стоимости земли. Люди простые будут на первый взгляд радоваться. Вот, вот мне землю с 1 тысячи отсудили в 20 тысяч. Угу. Гектар будет стоить теперь не тысячу, а 20 тысяч. Ну, я вам покажу пример, да? Но человек не понимает, что при этом, если гектар будет стоить 20 тысяч долларов, то арендная плата, которая составляет сегодня 3% от оценочной стоимости земли, минимальной, да, она резко увеличивается в 20 раз. А значит, она становится для любого фермера убыточной. Потому что такой рентабельности не имеет ни один фермер Украины. И никогда не имел. Даже тогда, когда мы фермеры имели, значит, специальную систему налогообложения, так называемую, при которой они не платили налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. И когда фиксированный сельхозналог был намного меньше, когда все вот эти придуманные новые налоги там на выбросы различные парниковые и так далее, все это было намного меньше. И когда поборы со стороны налоговой были не такими жестокими, безжалостными, как сегодня. Я повторяю, не налоги, а поборы. Понимаете, да? Так вот, даже в те времена доходность доходила максимум до 300 долларов с гектара. Максимум. Поверьте мне. Если вы хотите предприятие, чтобы развивалось, хотя бы ну, на уровне элементарного, то есть, знаете, расширенного воспроизводства. Это минимально 300 долларов с гектара оно должно иметь. Минимально. А если мы хотим внедрять новые технологии, если мы хотим вернуть в Украину хотя бы орошаемое земледелие, которое прибыло в Советском Союзе, на 55% площадей. А сегодня этого орошаемого земледелия, земледелия осталось всего 3-5%. Угу. Все остальное украдено. Украдено, повторяю. Что-то вы имеете на увазі самі ці системи орошення? Да, система орошення – это все остальные системы коммуникации. Это были целые подземные такие, скажем, где-то наземные резервуары воды. Это огромная система труб, трубопроводов, по которым подавалась эта вода. Это не только вот те, что стоят на поле агрегаты, которые распыляют, форсунки, распыляющие воду. Для обывателя это вроде выглядит как просто вот стоит на колесах, да, вертушка, которая перетягивается и распыляет себе воду. Нет, система орошения, ее стоимость большая, самая большая, лежит именно вот в этих коммуникациях. И вот эти все коммуникации были разграблены. То есть местные сорти выкапывали эти трубы и сдавали их просто металлом. На это они наживали миллионы долларов себе. Но в целом страна тогда понесла многомиллиардные убытки. Многомиллиардные в долларах убытки. Я не раз вам повторял и рассказывал, и могу еще раз ответить, что Украина, когда выходила из состава Советского Союза в 1991 году, это была ядерная держава с третьим потенциалом ядерным в Европе и, наверное, может, даже и в мире. Третий ядерный потенциал. Вы вдумайтесь, сегодня никто бы не то, что не ступил бы на землю Украины, даже не посмотрел бы в сторону Украины. Если бы мы сохранили даже не то, что третью часть того, что было, десятую часть того, что было. Экономика страны тогда составляла бюджет 120 миллиардов советских рублей, эквивалентный 160 миллиардам долларов на 91 год. А с 91 года инфляция доллара составила где-то, ну, более 20 тысяч процентов.
Это означает, что сегодня бюджет Украины должен был бы быть, ну, самое меньшее, это 1,6 триллиона долларов. Бюджет. 1,6 триллиона долларов. Думайте. А он у нас составляет 38 миллиардов. Что произошло со страной? Во-первых, часть денег, конечно, украдена. Просто откровенно и бессовестно, да? Под видом приватизации. Все там хвалят Кучму, что он сделал приватизацию. Какую он сделал приватизацию? Он сделал расхватизацию и прихватизацию. Но это не приватизация. И сейчас, когда Зеленский пытается продать землю, я повторяю всем, что не вздумайте это делать. Надо немедленно отменить этот закон о так называемой свободной продаже земли. Немедленно. Иначе эта вся земля окажется в руках уже не украинских олигархов, как оказались все заводы, в руках где-то, ну, максимум 10 украинских олигархов. Максимум. И то основные все ресурсы оказались в руках 5 олигархов. Мы можем их по пальцу перечислить. Угу. Понимаете, а да? Каким чином вплывает этот вот, закон на Украину? В отношении земли, я простите, я хочу закончить. В отношении земли, чем это опасно? Понимаете, то, что мы продали предприятие, это очень трагично для страны. Мы продали монополии государственные, которые наполняли бюджет. Мы продали нефтегазовые месторождения. Мы продали железнорудные месторождения. Мы продали леса и все остальное. Да? То есть мы продали все природные ресурсы. По сути дела. Отдали их частные руки. Это во всех странах мира, в той же Канаде, в той же Швеции, про которую я 100 раз всем рассказывал и говорил, ребята, посмотрите, как они живут хорошо. У них пенсионер, выходя на пенсию, он дома не сидит. Он за счет государства раз в год минимум ездит за границу на месяц отдыхать. Минимум раз. Вы понимаете, да? А посмотрите, как живут наши пенсионеры. Можно сравнить жизнь нашего пенсионера с жизнью... Это очевидно. Понимаете, да? А вот почему это происходит? Почему в Швеции нету практически безработных и нету нищих? И тем более нету голодных людей, которые умирают, по сути, в нищете. Потому что там все эти отрасли находятся в государственной собственности. И они наполняют бюджет, а не карман какого-то Ахметова, там, Фірташа или еще чего-то. Поняли, вони, да? Вони пішли по радянському шляху, я так розумію. І по більшість, сути дела, да. Они не по радянському шляху, они просто поняли, что все природные монополии, это должна быть исключительно собственность государства. И доход приносить она должна в карман государства. Потому что если у нас такие недалекие экономисты, которые, я им это объясняю, они говорят, да все равно будут воровать. Старшие еще будут больше воровать, чем в этом самом, чем у участника. Я им объясняю, подождите. Воровать-то будут везде, если вы будете это допускать. Но так вся прибыль идет в карман государству, а если оно государственное предприятие, а если оно частное, то вся прибыль пойдет в частный карман. А прибыль, поверьте, там сумасшедшая. Понимаете, да? Поэтому если мы хотим ну, как-то наше общество отстроить, да, восстановить экономику, то одним из пунктов, можете это записать, одним из пунктов гладейшим есть национализация всех природных ресурсов и природных монополий. Добре, а яким чином, от коротко, якщо ще було зрозуміло, яким чином саме цей антибанківський закон буде впливати на Україну? Тобто, яка його суть, яка основна мета, коротко? Суть цього закону состоїть в тому, що тепер вже банки либо какие-то юрлица, физлица, не смогут предъявить претензии к Национальному банку в случае его каких-то неправомерных действий. Вот смотрите, вот сейчас банк национальный за год правления Порошенко, ну и частично уже при Зеленском, ликвидировал 107 банков. При этом потерпели не столько банки сами, сколько вкладчики. А вкладчики потеряли 420 миллиардов гривен, причем гривен не вот этих, которые по 30
гривен за доллар, да? А те гривен, которые по 8 гривен за доллар. То есть в долларах сумма намного больше. И вот эти все деньги, они же через вот эти все фонды гарантирования вкладов и так далее, они все просто что? Украдены. Поняли тебя, да? Поэтому и вкладчики не могут предъявить претензии ни к банку, а банк не может предъявить претензии к Национальному банку, что он его обанкротил искусственно, умышленно, потому что так было выгодно Петру Алексеевичу Порошенко. Понимаете, да? Вот. Поэтому и это же позволяет значит, не только уходить от ответственности, так сказать, должностным лицам, высшим должностным лицам Национального банка, как, скажем, той же Гонтаревой или нынешнему представителю Национального банка Якову Шмелеву. Вы что думаете, он такой безгрешный? Или вы думаете, что его так называемая монетарная политика, она приносит государству вигоду, а йому не приносить доходу. Якщо я правильно розумію, тобто вони фактично цим законом заборонили притягати до відповідальності злочинців Національного банку України. Звісно, звісно. Вони, по суті діла, запретили банкам нашим, по суті діла, да, оспарювати дійсно Національного банку. А по суті, що таке дійсно Національного банку? Ведь любое дійсно, любой указ підписується конкретним лицом. За СССР, понимаете, да? То есть, по сути дела, они вывели из-под юрисдикции Украины ну, всех должностных лиц Национального банка. Mm-hmm. Теперь они, их действия могут осваивать только международные суды. А международные суды кем контролируются? Нами? Нет. Они контролируются вот теми финансовыми олигархами, которые весь мир контролируют. Вот и суды у них свои. Зрозуміло. І буквально декілька хвилин залишилося до кінця програми. І останнє питання. От я впевнений, що ви чули так звані плівки Порошенко-Байдена. І от ми там чули, що Порошенко такий молодець, відчитувався перед Байденом і казав, що 75%, не на 75% підняв тарифи, а на 100%. Що да. Він, по суті, продав посаду генерального прокурора за кредит. Тобто, як ви можете прокоментувати це і що змінилося в нас? Тобто, при Зеленському що? Якимсь чином по-іншому йде от керування за кордоном? Я вам скажу чесно, да, от, коли произошла революція гідності, так називаємо, да, я її назвав з самого початку государственним переворотом. Ну, мне угрожали, говорили, что ты негодяй, что ты говоришь, там люди погибли. Я говорил, что поймите, я жалею тех людей, которые стали жертвами вот этого тотального обмана. Мне и жалко. Но они сами виноваты в том, что они оказались такими недолетными. Потому что я с самого начала, у меня была встреча в Белой Церкви, там в Белой Церкви, если я начало, я забыл название, за Леся или за Тиша, какое-то такое название. Я случайно оказался там, встретился с людьми, и они начали задавать мне вопросы. Вот, Антонович, а что вы думаете, что у нас в стране вот произошло, что будет и так далее? Я им что-то так сказал. Они говорят, а кто же это сделал, эту революцию? Я говорю, ну кто сделал? Агентура иностранная использовала наших людей и сделала государственный переворот. Они с меня смеялись. Один самый умный стал и говорит, так что, получается, что и Порошенко агент спецслужбы американских. Я ему прямо так и говорю, да, а вы что, сомневаетесь? Он смеялся, и весь зал хохотал. Они надо мной смеялись. Так вот сейчас, когда они послушают эти пленки и присоединятся над собой. Понимаете, потому что я это понимал и видел тогда, и я им объяснял, они не хотели мне поверить. А сегодня пусть они послушают эти пленки, и пусть они смеются над собой. Потому что это они выбрали этого человека, который, видите, продает их, за 1 миллиард долларов. Он продал их тарифы на 100% увеличив за всего лишь 1 миллиард долларов, которые дали не как бы государству, но на самом деле украли-то все его. Этот миллиард не пошел людям. Он был разворован. Так? А теперь, если сравнивать с Зеленским, и аналогия, смотрите, вот все продают землю, опять же, за кредит якобы в 5 миллиардов долларов. Поймите, для Украины сегодня 5 миллиардов долларов, это все равно, что, ну, я не знаю, для курицы 5 зерен. Смотрите, накормим мы курицу 5 зернами пшеницы?
Нет, конечно. Да, мы не дадим им умереть сегодня, но накормить меня не накормим. Но если эту курицу за этот кредит, говорится, ставят в залог того, что ее мясо пойдет потом, значит, на пищу вот этим финансовым олигархам мировым, mm-hmm. если она не рассчитается, то скажите, целесообразно ли и вообще-то логично ли подставлять жизнь курицы всего за 5 зерен? Это фактически подставляет жизнь всего украинского народа за 5 зерен. И буквально еще одно коротеньке питання. От ми бачили, як, якщо аналізувати ці плівки Порошенко-Байдена, яким чином Порошенко відстоює інтереси американських чиновників у нас в Україні. Як ви вважаєте, його нагородили якоюсь державною нагородою Сполучених Штатів? Його нагородили можливістю безпрепятственно воровать бюджетные деньги по различным схемам, в том числе через схемы облигаций внутригосударственного займа. То есть то же самое, что продолжилось при Зеленском, только в гораздо более громадных масштабах. То есть если при Порошенко воровали через облигации государственного займа, где-то в среднем год миллионов там, то, что я знаю официально, да, воровали где-то миллионов, где-то, скажем, $100, да, то при Зеленском было за полгода украдено порядка полутора миллиарда. За полгода первое исправление. Mm-hmm. Чтобы вы понимали, да? И сегодня то, что делает Яков Смолий, про которое я сказал, что их тоже надо привлекать к уголовной ответственности. Он, правда, это делает не один, конечно, он делает это вместе с министром финансов и премьер-министром, и президентом. Ведь, смотрите, денег у них нету, чтобы привлечь быстрые деньги, они продают облигации внутри государственного займа, на которых, кстати, даже нету налога на доход, ни НДС, ничего. Продают, вы вдумайтесь, что это. Продаются месячные эти облигации сроком обращения месяц под 12% годовых. Зрозуміло. І это, на жаль, час месячные наше... или месячные, то есть, если пересчитать, это получится где-то 60% годовых. Дякую. Где вы такое видели? В какой стране? Все ж таки в Україні реально ми це бачили. Дякую, що завітали до нас у програму. У студії був Анатолій Пешко, громадський та політичний діяч, академік, перший віце-президент Академії економічних наук України. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, і ведучий Дмитро Василець. До зустрічі!